мне на телефон в течение дня поступает смс-сообщение с предложением пройти по определенной интернет-ссылке. На этой интернет-ссылке находится та самая платформа онлайн-общения с врачом. Перед этим, естественно, я меряю температуру, чтобы сообщить ее доктору. Перехожу по ссылке, и там уже в режиме онлайна с включенной камерой, да, видеокамерой, мы общаемся с доктором.